честь Дня авиации и космонавтики в Люберцах прошел торжественный митинг. Представители общественных организаций, студенты и жители округа собрались у памятника Юрию Гагарину. Монумент первому космонавту установлен напротив техникума, носящего его имя. Память героя Советского Союза почтили глава Люберец Владимир Ружицкий, депутаты Московской областной думы Игорь Каханы и Дмитрий Дениско. Мы с вами все гордимся, что Юрий Алексеевич как-то жизнь у него сложилась, что она его каким-то образом судьбой провела через наш город Люберцы. И я вас поздравляю всех с праздником, мы гордимся своей историей. Я искренне желаю, чтобы кто-то из вас впоследствии поразил космическое пространство. По инициативе местного отделения партии «Единая Россия» на электронном билборде напротив техникума имени Гагарина разместили фотографию легендарного космонавта.